Всем привет, ребятушки! Привет, ребята! Саша музычку тут решил послушать. Но на самом деле мы решили проходить 8-й уровень игры Лего. Ниндзяго Скайбоунс. Да, на 8-м ведь мы остановились с тобой уровня. О, чашечка, что убрать-то? А чашечка это что? Это, по-моему, эти добавляют, да? Жизни. Две, вот, да, видишь? Да. И хоп-хоп, две жизни. Ну, цепи оставь. А ты добавила? Я оставил трюк, он нам очень помогает. Так, ну ладно, давай проходить, посмотрим, что тут у нас. Это восьмой, а всего сколько уровней? Там непонятно, сколько уровней, да? Там еще какие-то, по-моему, дополнительные уровни потом откроются. Нет, звездочки. Так, стой, жди. Прыгай. Молодец, плюс 20 к хитрости. Так. Джей как-то не сумел. Наверх. Что-то они сразу это, да, чукнули, что-то не то. Что-то не так. Смотри, их сколько там. О, прыгай туда дальше. О, здорово. Поднимаемся. Так, здесь, наверное, надо ждать. Пожалуй. Смотри, идет, смотрит, да? Нету ли здесь никого? О, прыгай. Молодец. Так, да. Можно голову ему сразу прыгнуть. На. Получи, мерзавец. Опа. Хитрость у нас полностью. Так, давай. Ой, тут даже меньше. Собирай монетки, да нормально, что ты. Главное хоть что-то. Да, вау. 1350 монеток у нас. Нет, так, молодец. 1391, на который мы можем потом потратить, да, что-то какое-то. Улучшить какую-то функциональность, в общем. Нет, ну что-то в магазине купить. Так, прыгаем аккуратно. Вот, там кто-то стоит. Да ладно, у нас ничего нам не сделает. Нет, просто у нас хитрости еще хватает там. Так, ох ты, у нас еще хитрость опять заполняется. Йо-хо. А почему хитрость нам не дает? Он сказал. О, прыгай туда скорее. Ой, давай на голову. Блин. О, мимо. Мимо. Блин, черт, одно сердечко он у нас забрал, мерзавец. Ой, блин, нельзя тут прыгнуть. А, здесь крыша это мешается, да? Да. Прыгаем на голову, да и все. Да просто иди. Но тут нельзя, он почему-то хочет сюда. Давай. Нет, это паук как ты? Убежали. Я не туда куда-то прыгнул, да? Да. Ну ничего страшного. Так, что тут у нас дальше? Прячемся. Прячься. О. Ух ты, нифига. Я не знал, что я думаю. Так, что тут у нас? Так. А ладно, его можно не убивать этого. Давай наверх. Я все равно убью. О, а у нас этой штуки нету, да? Да. Ну, я ее убрал сейчас. А что мы взяли вместо нее? А, мы взяли сердечки, да? Да. Как так? Ну что? Так, опа, молодец, здорово. Поднимайся выше. Вот. Так, не торопись. Оп, молодец. Так, сейчас надо подождать, пока он отвернется. Вот. Бей его. Это что, музычка такая веселая, да? Враг предупрежден, минус 10%. Он даже не увидел тебя, что ли? Вроде перед носом у него прыгнул. Мочи его! Бей его! Блин, Джей, что с тобой? Джей прячься, не бьет! Прячься! Джей не бьет! Ну как не бьет, значит прячься, что ты там бегаешь-то по ним? Блин, у него оружия нет, наверное. Или есть.
Ладно. Жди, жди. Хитрость у нас наполняется потихоньку. Ух ты, молодец, успел. Беги, беги. О. А мы какие-то звезды с тобой покупали, какие-то звездочки. Покупали, я не помню, что мы покупали. Ой! Где его? Блин, еще два сердечка. Две звезды у нас. Два, две сердечка осталось. Две звезды. Две звезды. Блин, тут нельзя. Только полка, если. Нет, ты отойди подальше вот сюда, да. И туда прыгай куда-то, нет? Так. Или что, нельзя? А если просто разбежаться и туда прыгнуть, ему никак? Кто он тебе сказал? Получай! Так, тебе сказочно повезло, парень. Оп, аккуратно. Давай. Ты куда? Я не знаю, ты же и куда. Так, вон наверх, наверх, давай. Вот туда, поднимайся, поднимайся. Молодец, молодец, здорово. Ой-ой-ой. Ты торопишься куда-то. Не торопись. Вот, запрыгивай сюда. И ему на голову прям. Вот так, да-да-да. О. Так, вниз или? Нет, туда. Давай, Джей. О. А, тут звездочка. Здорово, здорово. Звездочки надо собирать. Ух. Это дублон. И как его бить? Как его бить, дублон от этого? Бить? Блин. А куда я забыл? А как его? Вообще никак его? Или только перепрыгивать и это? Ух ты, ты справился с дублоном. Двуличная разборка. Он же двухликий. Почему в прошлый раз так не получилось у нас? Так, давай. Так. Так, чё купим? Что у нас? 3000 есть? А я хочу накопить. Я хочу накопить. А это что дает? Снаряжение ниндзя? Ты прыгаешь вот. А, и каким-то током, да, каким-то какие-то эти. Ну ладно, давай посмотрим на карту, что у нас там. Открылось у нас что-то, открылось или не открылось? Открылось. А вот девятый уровень открылся. Давай попробуем. Мы сейчас спасем Ллойда. Давай попробуем его. Так, что? Нормально получилось? Да нормально, давай. Так же, с таким же снаряжением. Ой, Докшанг. Докшанг? Или Докшанг. Ничего себе, сейчас. Ой, а с ним будет биться? Ой. Короче, снизу вверх, да? Ну, у нас же есть кошка. А как мы будем Докшанга этого бить? Мечами это этими? Своим оружием. Слышишь, то, что у меня есть крюк кошка? Ну, крюк очень удобный, но... Да. Так, нам надо самое главное сейчас до этого персонажа добраться. Сейчас вот я доберусь до вот этой штуки. Так, звездочки, да? Так, а что, на каждом уровне по 5 звезд, что ли, да, где-то спрятано? Да. Ю-ху! Вот он. Я уже так близко, really? Ой-ой-ой-ой, это он сделал? Да. Ух ты, он мерзавец. Как? Не он, а она. Она? Докшанг? Ой-ой-ой, бей его, бей! А чё он убегает? Хо-хо-хо, хитрюга какой. Снизу. О-о-о-о. Быстрый. Как нам его побить-то? Бей его. А чё он убегает? Я ничего не понимаю. Не он, а она. Она чё, сыкуша какая-то? О-е-е, побили. Грохот Докшанку. Всё, что ли? Весь уровень? Да, как ты так быстро вот. Так, что у нас? А, за 30, нам надо еще... 30 звезд, а нам у нас... О, смотри, нам открыли кого-то. Нет, это просто мы спасли Ллойда. Да? Значит, так, нам надо у нас 20... Один, надо 30, чтобы открыть. А, то есть какой-то дополнительный уровень на 30 звезд. Нет, не дополнительный, да, нужно 30 звезд. Это последний, наверное, уровень был, а он еще написан скоро, что это, да? Не там? Знаю.
Ну ладно, давай тогда заканчивать с тобой вот это видео, и потом посмотрим это, пройдем, когда наберем 30 звезд. И ну, сразу вам покажем. Да, с новый уровень сразу вам покажем, как мы проходили, как у нас получалось, и может быть и не получалось, да? Ну а пока вы ставьте лайки, если вам понравилось, если вы любите Лего. Если вы любите Ниндзяго, да. Если вы любите игры. В общем, до встречи в новых видео. Пока-пока! Пока-пока!